Погнали! Народ, надо разделиться. Освободим замученных и угнетенных животных. Пошли, пошли! Ой, ну надо же! Маленькие бедные крошечки! Что же эти злобные люди с вами сделали? Вы свободны, малютки. Вот так. Теперь вам ничто не угрожает. Ничто! Да как они могли, бедняжка? Какие же это ужасные, чудовищные люди! Беги на свободу, моя кошачья сестричка! Нет! Не надо! Нет! Не надо! Так, ребята, думаю, можно не объяснять, насколько все успешно прошло. Я вами очень горжусь. Остается только добавить, что мы должны их похоронить. Не веди себя, Соня. Такое могло случиться с кем угодно. Ты не виновата в их смерти. Во всем виновата погнившее общество, которое ненавидит животных. Ты права. Я сожалею о твоей утрате, правда? Но сейчас у нас просто нет времени их хоронить. Нет, мы должны их похоронить. Так, благородные, на пути своем сквозь бесформенную пустоту помните о единстве всего живого. Соня, надо уходить! Соня, быстрее! Мультипликационный фильм «Освободите Джимми». 42-летний сторож найден с ожогами первой степени и тяжелой травмой головы. Уже не первый раз военизированные защитники животных проводят подобные акции. Несколько дней назад мы взяли интервью у анонимного представителя «Трубожоп». Трубойцы за освобождение животных от пыток. Это ж сколько кругом на всю башку пизданутых.